Слезы радости и одновременно грусти. За 5 лет однокурсники стали настоящими друзьями. Служба сплотила их в настоящий коллектив. И настал день, когда приходится говорить «до свидания». В академии учатся молодые люди со всей страны. Но расстаются сегодня не все. Катя сказала Денису «да». Планов перенаправиться после свадьбы и вместе служить в Самаре, в Самарской области. Конечно. А ты откуда? С республики Башкортостан. Торжественное построение. На этом плацу уже последнее. Вручение дипломов, званий лейтенантов внутренней службы. В этом году из академии выпустились 260 молодых сотрудников уголовно-исполнительной системы. Безусловно, вы будете вспоминать годы курсантские, как настоящие школы жизни. У выпускников позади 5 лет нарядов, марш-бросков, учений. О расслабленной студенческой жизни они знают мало. Но суровые будни курсанта сегодня закончились. В воздух летят монеты, лепестки роз, фуражки. Такое на плацу творить можно только один раз, потому что это все. Команда! Несмотря на трудности этих лет, все как один сегодня повторяют. О своем выборе учебного заведения не жалеют. Очень все было тяжело, но мы с гордостью принесли это знамя труда и вот выпустились. Тяжело в очень легко в бою. Непередаваемые эмоции 5 лет к этому шли, очень рады. Мы уже все просто понимаем то, что, может быть, никого уже никогда не увижу. 5 лет пролетят, вы даже не заметите, честное слово. Такова традиция. Из одного большого бокала шампанское пьет вся группа. 5 лет всех! А командир группы этот бокал разбивает прямо на плацу. Это очень древняя традиция, на самом деле. Выпускники пьют из бокала по очереди, командир допивает, разбивает бокал, собираем на кусочки, и через 10 лет мы должны встретиться и склеить этот бокал. По традиции на плацу и танцуют лезгинку. Умельцев здесь много. Кабардино-Балкария, Республика Дагестан, Чечня, Адыгея. Молодые люди встретятся теперь только уже на встрече выпускников. И поэтому танцуют от души.